В нашем городе на сегодняшний день насчитывается около 15 светофоров, регулирующих автомобильное и пешеходное движение, направленных на обеспечение безопасного и бесперебойного движения вблизи образовательного учреждения. Стоит отметить вклад министра транспорта, энергетики и связи Сагитпаши Умаханова в получении нового современного светофора, установленного буквально перед началом нового учебного года на перекрестке улиц Грозинская и Красная. Приехали сотрудники СМЭП города Махачкалы для установки этого светофорного объекта. И также это все делается перед школьными занятиями, и чтобы как-то разгрузить. Сделана дорожная разметка. У нас с 28 августа по 11 сентября проводится профилактическое мероприятие «Внимание, дети!». Это второй этап всероссийского профилактического мероприятия. Это в связи с чем мы и обращаемся к водителям, чтобы они были внимательны возле школьных образовательных учреждений. Как отметил инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Абдулнасыр Тавбиев, в скором времени планируется установить на смену старым светофорам новые современные светодиодные устройства. Таким образом, улучшится передвижение на перекрестках многих улиц. Для обеспечения безопасного и бесперебойного движения было принято решение администрации города Хасаюрт установка светофорного объекта на этом перекрестке улиц Грозинская и Красная. Конечно, часто в городе встречаешь, что везут детей без детских кресел, и на это тоже будет уделено внимание, и водители будут приниматься в отношении водителей административные наказания. Преимущество светодиодных устройств налицо. Их цвет более ярче, хорошо видно в любое время суток и при любой погоде. Очень удобно, что почти все новые светофоры имеют функцию обратного отсчета секунд до того, как загорится красный цвет, а пешеход всегда может рассчитать безопасное время перехода проезжей части. Бурлия Цамбиева, Тагиб Магомеднабиев, информационная программа «Пульс».